Химках состоялось заседание рабочей группы по защите прав участников специальной военной операции и членов их семей. В их числе работники прокуратуры, силовые структуры, фонд «Защитники Отечества», депутаты и представители администрации. За каждым депутатом у нас, без исключения, вне зависимости от партийной принадлежности, закреплены семьи участников СВО по тем территориям, по которым они избирались. Мы на постоянной связи с ними. Плюс, я говорю, в постоянном контакте. На заседании обсудили ряд вопросов, с которыми сталкиваются семьи участников СВО и сами бойцы. Например, у кого-то возникают сложности при получении необходимых льгот или заработной платы. Некоторые военнослужащие нуждаются в помощи при оформлении удостоверения ветеран боевых действий. Обсудили острые вопросы, запланировали, скажем так, мероприятия, которые будем проводить в рамках помощи участникам специальной военной операции. Проработали проблематику, выявили острые вопросы и будем их решать. Семьи бойцов и сами участники СВО сталкиваются с разными ситуациями. И зачастую им нужна помощь специалистов. Как раз главная задача рабочей группы – защита и восстановление прав участников специальной военной операции и их семей. Владислав Грачев, Юлиана Мазырина, Вильфрид Демпковский. Новости Химки ТВ.